Здравствуйте! Сегодня вы на канале Дашны репортаж. Сейчас я буду делать такие простые мини-блокнотики. Из обычного листа бумаги цветного формата А4, но чуть меньше. Я взяла двустороннюю бумагу, чтобы было красивее. Начнем делать. Сначала сгибаем лист пополам. Стараемся, чтобы было все ровненько. Теперь еще пополам. Теперь все отгибаем. У нас получается 4 части. 1, 2, 3, 4 полосочки. Теперь точно так же, но по вертикали. Сгибаем пополам. Вот. И еще пополам. Теперь все это раскрываем. У нас получилось 16 равных маленьких таких прямоугольничков. Теперь опять сваживаем пополам. Вот, у нас получилось 3 полоски. Коротенькие. 1, 2, 3. Мы их надрезаем, но не до конца, а до вот этой горизонтальной полоски. Берем ножницы и надрезаем. Вот что у нас получилось. Теперь вот эти вот 2 прямоугольничка тут сцеплены. И мы их по вот этой линии вот разрезаем. Вот. Получается вот так вот. Теперь мы все это отгибаем. И вот эти прямоугольнички. 1, 2, 3, 4. Все это к краю заебали. Вот, чтобы так получилось. Чтобы тут была в серединке дырка. Переворачиваем. И эти края сюда, к серединке. Вот так вот сгибаем. Теперь вот так вот, чтобы было вот так вот. Теперь смотрим, что у нас получилось. Если у вас получилось так, вот, то правильно. Все это сделали. Теперь ведем это друг к другу. Теперь загибаем эти части сюда. И эту часть сюда. Вот, хорошо пролаживаем. И блокнотик готов. Сейчас мы его украсим. Посмотрите, что у меня получилось. Это мороженка с вишенкой наверху. Ребята, если вам понравилась сегодняшняя идея вот таких вот простых мини блокнотиков из бумаги, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал мой Даша Репортаж. Пока. Пока-пока.